При захвате за ногу противник наклоняет голову вниз, и здесь возможно, остановив его, нанести удар коленом захватываемой ноги в челюсть или в голову. Противник, если захватил уже за ногу, то легко провести движение, бросок через голову с упором голени. Противник делает захват, берется захват за корпус и кувырок с упором голени между ног. Последующим удушающим захватом.